Ну, народу, я вам скажу, друзья, много. Много. И вы знаете, вот мы вчера с Наташей в разведку приезжали, но вчера был ветер, мы оделись легко, и мы не пошли. Мы вечером, уже ближе к вечеру, и все-таки решили вот сейчас вот солнечную погоду выбрать и показать вам именно солнечную погоду. Потому что, ну, еще раз повторяю. Вчера тоже было очень много народу. Ну, я и говорю, народу тоже очень много было. Мы издалека даже посмотрели, мы не пошли. Вот пройдем, вам немножко покажем. Народу кругом. Есть что и, как говорится, и выпить, и закусить есть, и шашлыки, и все что угодно. Ну, смотрите, друзья. Вот вам там ледяные мы показывали, и заодно все люди идут еще и песочные скульптуры. Может быть, кто-то и не смотрел. Вот сейчас пройдем, вам еще и песочный покажем. Который... А, ну давай отсюда начнем, да, вот отсюда начнем. Так что смотрите, наслаждайтесь, и песочные скульптуры вам покажем, и ледяные покажем вам. Я так по-быстрому пробегусь с Наташей. Ну, вот, более-менее еще так в нормальном состоянии остались скульптуры. Где? Нет, это просто они сейчас облупляются от времени, этот клей начинает, видите. Ну ладно, пробежимся, пройдемся, вам покажем. По кругу и пойдем дальше, вам показывать ледовые скульптуры. Смотрите заодно все подряд, друзья. Так что не забывайте, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Также делитесь с друзьями в социальных сетях. Ну вот, идем дальше. И опять мы с Наташей пойдем через мост, покажем вам еще там на набережной. Вот такие песочные скульптуры. Посмотрите, как долго, да? Долго они сохранились. Ну, как солнышко светит, смотрите. Так что мы вам и песочные показали заодно. Ну все, идем теперь ледяные скульптуры показывать дальше, продолжать. Это мы с Наташей зашли сюда вот наверх, смотрите. Вот тоже тут барчик. Здравствуйте, Наташа. Еще раз. Вот вам здесь такие виды покажем сверху. Вот по такой вот винтовой лестнице, смотрите. Там уже музыканты. Надеюсь, вам слышно, наверное. О, Наташа моя лезет. Вот здесь мы были с Наташей сейчас.
Вот мы вам решили подробно этого голубя, посмотрите, во льду снять. Ну, естественно, это искусственный голубь, друзья. Не подумайте, что это живой голубь. Нет. Ну, продолжаем фотографию. Сейчас обойдем вот так вот вокруг вам. Еще покажем здесь. Да, потом опять идем на мост. На мост, через мост и по набережной. И на этом мы будем потихонечку заканчивать эти скульптуры, ледовые скульптуры. И заодно вам показали еще, повторяю, песочные скульптуры. Вот видите как? Почти что два в одном. Так что погуляйте с нами, отдохните, понаслаждайтесь скульптурами. Свечечку вам показал. Видите, как свечки? Красиво. Это у нас настоящий? Настоящий, конечно, да. Настоящий, да. Ну, тут вино, вон вино горячее. Пробует. Горячее вино, да, горячее вино. Видите, вот льда нету. Льда нету. А, сегодня, да, друзья, сегодня у нас было минус 10 показывало. Я не знаю, говорил, не говорил вам, наверное, нет. Вот сколько народу. Я Семку, когда выпускал на улицу, Семочку выпускал, ночью, не знаю, часа в 2, в 3, так вот, 4, не помню, было минус 10 градусов. Вот для детей, пожалуйста. Видите, на мосту народ все идет, 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 идет. Так что в этом году ледовые скульптуры, конечно, насчет народа хорошо. Не знаю, как сами ледовые скульптуры, но не знаю, мне нравится. Мы еще не показывали вам и там, вон, вон там еще сейчас пройдемся, именно вон. Все обойдем там. Вот с этой стороны посмотрите, как. Это все, я повторяю, мы на острове пока еще гуляем, друзья. На острове. Хочешь себя увидеть? Что, пожалуйста? Хочешь себя увидеть? На YouTube заходи. Мы живем в Латвии, канал. Помаши, увидишь себя, точно говорю. Это самое лучшее место. Ну вот, друзья, пожалуйста, угощайтесь. И шашлычки есть, и все, и капусточка, и картошечка. Все, что хочешь. Аппетит вам нагоняю, посмотрите, а. Вот, друзья, шашлычок. А это шашлык разный? И свиной, ну да, свиной, куриный, да. Вот, друзья, пожалуйста, приходите. До вечера, до 10 еще далеко. Я надеюсь, успею выложить вам видео. В YouTube. А, столько не хватит на всех, да? Нет. Ой, вкуснятина. А цикмакса? Не знаю, цены там. А, цены там, да? А чего ты? Ой, красота, друзья, смотрите, какая красота. Ну, чтобы понятно было, друзья, шашлычок 10 евро стоит. Мы сейчас зашли, посмотрели цены. Ну, не в этом дело. Да, ну, кто хочет, желает, пожалуйста.
Ну вот, друзья, идем обратно. Мы теперь уже будем показывать вам следующие скульптуры. Вон, ледок. Ледок схватывается, смотрите как. А, вот здесь еще хотел показать вам. Тоже есть ресторанчик такой, видите? Ну хорошо, морозец подержался, да. Хоть люди посмотрели, не растаяли ледовые скульптуры. Ну да, он как отражение. Сейчас вот здесь так. Вон туда сейчас пойдем мы, друзья. Все вам снимем, все, что можно. Так что я еще раз повторяю, наслаждайтесь. Спасибо вам, что вы смотрите нас, смотрите наши видео. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Большущее вам спасибо. Всем здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Мы продолжаем свое видео дальше. Вон где нет течения, там, видите, даже лед начал опять образовываться. То, что подморозило. Ну, не знаю, возможно, завтра уже и оттепель пойдет, друзья. Так что успевайте еще. Если я успею это видео выставить, приходите. Да. Вот по этим рядам сейчас пойдем мы, по этим. Ну да. Вот по этим рядам и вот по этим рядам. Заодно вам покажем. Вот студент. Вот смотрите, вот он студент, который на кружке я вам показываю все время. Вот он с зонтиком. Вот как раз сейчас мы вот здесь пойдем, друзья. А заходили мы вот с этой стороны. Вот, пожалуйста. Ставят штампик. Ну, билетик, конечно, дают. А когда вот проходишь здесь, билетик проверяют. Тебе что-то сорвали в билетике, да? Отрывают билетик и штампик ставят еще на руку. Вот где стояночка. Вот здесь, видите, организовали, как красиво. Вот шатры поставили. Ну и здесь будочки. И детям все, что хочешь. Но мы, конечно, сейчас вот здесь будем вам показывать. Во. Пройдемте, покажем вам. На улице как аппетит людям нагоняет. Вот, вот я что хотел вам показать, друзья. Вот эту вот. Мы вон там были, наверху, на мосту. И вот теперь здесь мы вам показываем. Запахи такие, друзья. Ой, запахи. Ну, немножко ценники вам покажем. 4, 5, вот так вот. 4. А, 3, 5, 4, 4. 5, 9 и 14. Ой, какой дымок. Ой, дымок, друзья. Ой. Все тут есть. И запивон, и выпивон. И запивон, и одраюшки. А запах дымком как. Ой, какая красота. Ну, посмотрите, сколько людей. Сколько. Посмотрите, полный, полный мост. Это, повторяю, сегодня воскресенье, 5 февраля 2023 года. Вот время сейчас 15 минут 5-го. Он на башне как раз. О.
Да, аппетит нагоняет людям эти запахи конкретно. Соляночка? Да, Наташа говорит, давно мы столько народу не видели. Ну да, после того соплистого заболевания, друзья, люди хоть немножко расслабились. Ой, Наташа хорошо мне подсказала. Вот это вот. Ну да. Вот мне что нравится. Вот это вот. Тележка. Ой, какая красота, друзья. Ну вот, друзья, продолжаем. Теперь мы вышли на набережную сюда. Вот, и показываем вам дальше. Продолжаем. О, как тут подсветочка работает. Вот здесь красиво. Он охраняет ворота радуга. Я больше всех поняла. Ну, как я вам и там показывал, показываю, кто изготавливал, и сразу скульптуру вам показываю. Так что смотрите, наслаждайтесь, друзья. Вот такие ледовые скульптуры у нас. Там уже музон идет вовсю. Ну вот теперь, где мы находимся. Вот еще вот эту скульптуру вам покажем, потом пойдем дальше. В другую сторону. Разворачиваемся и идем в другую сторону. Я вижу, вижу. Ну вот идем теперь в другую сторону, друзья. Так что отдыхайте с нами вместе. Теперь на ту сторону, вон там, где шатры. Сейчас под мостом пройдем. Ну вот, друзья, все-таки пока никого нет и вода не течет здесь. Вот мы вам решили пройтись, показать этого студента. Это мы вам сверху показываем, а сейчас снизу. Вот как изготовление происходит скульптуры изо льда. Видите? Надеюсь, вам видно хорошо.